Между тем, прошедший обильный снегопад на северо-востоке Якутии может осложнить паводковую ситуацию весной, считают специалисты. Особенно могут пострадать населенные пункты, расположенные на берегу реки Алазея. В сентябре здесь выпала двухмесячная норма осадков, а в октябре количество снега превысило месячную норму в 5 раз. Действительно, вот по Алазее мы ждем довольно, повторение тех лет, когда были высокие воды. Последние, это значит, 7-8 годы, а до этого было где-то, начиная от 1967 года, обычно через 7-8 лет они повторяются.